Всем доброе время. Я рада, что мне предоставили возможность, и благодарю за эту возможность выступать перед таким количеством людей. Также всех поздравляю с Днем Знания. Пусть этот год будет успешным для нас всех, даст нам много здоровья, много счастливых дней и хорошего большого притока финансов. Я познакомилась с продуктами клеточного питания в марте 2021 года. И только через 9 месяцев я приобрела первый продукт клеточного питания для своего близкого человека, для поправки его здоровья. Все эти 9 месяцев меня курировала Татьяна Безиду, которая постоянно мне присылала информацию. Спасибо ей огромное. И Галина Кирьянова. Параллельно сразу по покупке продуктов я вошла в Академию Успеха Вместе, стала слушать презентации. Конечно, Академия Успеха Вместе – это действительно портал будущего. И самое главное, что здесь дается обучение на современном уровне, то, что соответствует сегодняшнему дню. Все знания даются на благотворительной основе. Сама по себе Академия Вместе, Успех Вместе – это тот образ жизни, который предполагает смену нашего полного мышления. В основе лежит изменение нашего мышления. Как мыслим, так и действуем. Как действуем, так и живем. Я хочу сказать, что трудно бывает перестроиться, все начать с чистого листа. Но я сразу приняла это решение. Потому что только алгоритм, положенный в основу, это мышление, это зарядка, это питание и это исполнение всех рекомендаций беспрекословно своего наставника и тех людей, которых он приглашает, профессионалов. Только это дает результат. И мне посчастливилось, что я встретила в своей жизни с Академией Успех Вместе, что я услышала себя и захотела быть в этом проекте. Особое для меня значение в Академии Успех Вместе то, что идет марафон. И во время марафона я освоила социальные сети. И я за несколько дней заработала $630. Конечно, так как я врач, мы зарабатываем. Но здесь мы масштабируем. И давая возможность людям быть здоровыми, мы получаем за это компенсацию в виде вот таких прекрасных доходов. Результаты, которые я получила по употреблению продуктов питания, клеточного питания, это Success Day и Success Night, они действительно превзошли все ожидания. В основу положена обычная простая истина. Здоровая клетка, здоровый организм, здоровые системы и, соответственно, здоровый образ жизни. Основой клетки, я как врач хочу это подчеркнуть, является вода. 70-90% – это водная среда. А именно через воду передается та информация. Вот тот микроб, который сейчас существует, он питается страхом. Страхи передаются через водную среду. Поэтому я сразу сейчас хочу сказать, что я могу рекомендовать употребление продуктов клеточного питания, особенно Success Night, на постоянной основе. Потому что убирается все абсолютно, что не дает возможность человеку быть здоровым. Клетка оздоравливается, а здоровая клетка, она предполагает высокую степень сопротивляемости всем. И у нас есть замечательные продукты, которые нам дают возможность быть здоровыми. Это продукты, связанные с иммунитетом. Это иммунокод, иммуне. По результатам своего здоровья я хочу сказать следующее. Буквально за несколько дней у меня произошли великолепные сподвижки в плане здоровья. Улучшился сон, настроение, повысилась работоспособность.